Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем и желаю Божьей помощи в возрастании в духовном плане, опираясь на слово «прости». Вот сегодня мы слышали евангельское чтение о двух должниках. И пятое прошение молитвы «Отче наш», кратенько если сказать, оно нас каждый раз призывает к тому, что мы прощали должником нашим. В этом и состоит суть нравственного духовного возрастания по лестнице добродетели. На каждом этапе Господь нам посылает скорби, испытания плохих соседей, начальников, жен, мужей, скорби от ближних, скорби от врагов, для того, чтобы мы не по горизонтали решали вопросы, перекладывая ответственность на жену, на детей, на государство, на природу, на Бога, на самого, как Адам и Ева, вот, которые покаялись впоследствии, а чтобы мы просили прощения. Если бы Ева сказала: «Адам, это не он, Господи, это не Адам виноват, это я виновата». И Адам бы сказал: «Да нет, это я виноват». И, соответственно, грехопадение закончилось бы завершением, и произошло бы восстановление, но слово «прости» не было произнесено ни Адамом, ни Евой. И пришлось 5500 лет ветхозаветной истории, испытаний всего человеческого рода, чтобы Матерь Божия, Пресвятая Владычица, сказала: «Я рабыня», то есть «прости, Господи, за весь человеческий род», так можно перефразировать, «да будет мне по слову Твоему». То есть не как я хочу, а как Ты, Господь, скажет от человеческого рода в Гефсиманском саду и на кресте скажет: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Вот так кратко можно действительно кратко обозначить сегодняшний тезис книги Второзакония. Действительно, книга Второзакония и вообще законы написаны не для того, чтобы создать на земле концлагерь. Вот закон — все, наказание, все, убил — тебя убьют, своровал — тебя обворуют. Нет, закон нужен для того, чтобы мы осознали свою греховность. И осознание своей греховности, оно и побуждает человека произнести слово «прости». Человек, который не осознает свои грехи, он не произнесет слово «прости». А если даже и произнесет, то может лицемерно произнести. Вот искренне, от всего сердца, Господь нас призывает прощать должников наших. И вот сегодняшняя тема — Священное Писание Ветхого Завета, именно законоположительные книги и последняя, пятая книга, Второзаконие. Именно здесь делается акцент на то, что закон дан для благословения. Закон дается не для того, чтобы проклясть человеческий род, не для того, чтобы мы проклинали друг друга и ненавидели, о том, чтобы, опираясь на закон, мы осознали свои грехи и призвали Спасителя, Мессию, который через слово «прости» и простит нас, и соединит нас с Богом и друг с другом. Итак, сегодняшняя тема, маленькая преамбула была, краткий переход на ветхозаветную историю. Итак, книга Второзакония, сегодняшняя тема, 13-я, предпоследняя. Продолжение истории странствия в этой книге описывается по пустыне. Противостояние языческих царей, прообразы и воспитательное значение завещания Моисея. Если себе представить книгу «Исход», вот мои две руки, да, вот если представить себе «Исход», вот относительно вас, например, вот вышел, еврейский народ вышел из земли обетованной и пришел к горе Хариб, получил синайское законодательство и пошел в землю обетованную. То есть вот своего рода книга «Исход», первая ее часть, показывает, как евреи вышли из Египта и как они получили синайское законодательство из 10 заповедей. А книга «Чисел» и «Второзаконие», говорится, книга «Чисел» обращается на церковное устроение, а «Второзаконие» повторяет и книгу «Исход», и книгу «Чисел». То есть книга Второзакония, она объединяет сразу две книги. Книгу «Исход» и книги «Чисел».
и таким образом дает самое главное, самое судьбоносное, что нам необходимо, что нужно беречь вот на протяжении оставшегося времени до пришествия в мир Мессии, обетованного Спасителя. Вот мы сегодня поэтому подводим итог предыдущих тем. А вообще, если так даже в широком смысле сказать, то книга Второзакония, она является квинтэссенцией или, как можно сказать, объединительным смыслом всей книги Бытия. Ведь следующие книги уже будут после Бытия Исход Левит-Числа Второзаконие, то есть Торы законоположительных, будут идти исторические книги. И по сути самая выжимка из исторических книг, что самое главное нужно блюсти из периода допотопного, до вавилонского, патриархального, периода исхода чисел, что самое главное. Вот я, наверное, надеюсь, вас заинтересовал, что именно в этой книге заложена концепция ветхозаветной подготовки человека к принятию Христа. Вот концепция — такое ключевое слово, это принципы, на которых строится жизнь. Ведь самое главное, в семье закладываются принципы, концепция. Как папа относится к маме, как мама относится к родителям, как к дедушке, бабушке, как относиться к природе, проклинать ее или благословлять ее, как потакать страстям мужа или страстям жены, или нет. Уже закладываются принципы, концепция развития этой семьи. А в целом из многих семей строится и все государство. И государство влияет на семью, и семьи влияют на государство. Так вот, по какой концепции нужно жить, чтобы встретить Христа? Ведь это актуальная тема. Актуальная не только тема для ветхозаветного человека, но тема актуальна и для новозаветного человека. Ведь без этого понимания, без правильных принципов взаимоотношений людей друг с другом и отношений людей с Богом, невозможно спастись. Ну вот такая маленькая преамбула. Что же в этой книге Второзакония? Мы видим центральное такое изображение, как даже икону, левиты, старейшины, 70 старейшин, как прообраз 70 учеников, 12 патриархов, Моисей как символ Христа. Он дает книгу Второзакония. А не похоже ли это изображение на Спасителя, икону Спасителя? Он тоже восседает на престоле в окружении архангелов и ангелов, в окружении бесплотных духов, то есть и спас в силах, спас Вседержитель, да, очень символично вот изображение Моисея. И Господь держит, только Господь правой рукой благословляет, а Моисей показывает вверх. И Господь держит Евангелие, а Моисей держит закон. Вот небольшие особенности и отличия. То есть Моисей и все второзаконие — это прообраз новозаветных заповедей, заповедей блаженств, тех постановлений, которые говорил Господь Иисус Христос в земной жизни. Вот здесь символично отображены все 12 колен. Каждое колено имело свой символ. Вот символ дерева, символ весов, символ звезды, символ башни, символ оленя, вот символ скинии, вот это левитов, скорее всего, символ корабля, то есть и так далее. То есть мы видим, что каждое колено имело свою хоругвь. Конечно, она так и называлась в древности, но это символ наших хоругвей, к которых мы идем с крестным ходом. Именно эти флаги, именно эти изображения могли быть изображены во главе каждого колена, которое двигалось, а впереди его находился хоругвь, как это сейчас называют, знамя, войсковое знамя. В книге Второзакония повторяются и какое значение имеют левиты, здесь вот они символично изображены, как устроить общественную жизнь в книге Второзакония, как распределить колено. Земля обетованная – это образ Царствия Небесного. Так вот, книга Второзакония, само слово, второй закон, это не значит закон отличный, как у нас называют Пасха, а есть слово еще антипасха. Клирос, да, антифон. На клиросе поют антифон. Это не значит, что против. Это вместо. Вместо Пасхи. Такая же Пасха, как и вот неделю назад, неделя антипасхи, неделя Фомы, называют неделя антипасхи. Где мы всегда, вот традиционно скажем, где мы с вами в исторической конве находимся? Мы с вами находимся вот в этой точечке между пятым периодом
простите, между четвертым периодом патриархальным и пятым периодом судей. Вот именно после Синайского законодательства мы приближаемся к периоду судей. Это приблизительно тысячу, получается, если 400 лет судей, приблизительно 14 век, плюс-минус там 100 лет, 14 век, ну, даже считают более точную дату, сейчас мы ее увидим. Вот, если выход был 1447, вот условно возьмем такую цифру, то 40 лет странствия закончились в 1407 году. То есть, в общем-то, приблизительно книга Второзакония была и написана в последние годы жизни Моисея, 1406-1407 год. Опять же, дорогие братья и сестры, даты, они не имеют прям такого буквального, точного определения. Для православного христианина важно, конечно, это символизм. А точные даты, они для людей более таких неверующих, ну или как сказать, приближающихся к вере важны. Но они интересны и имеют свое значение. Напомним выводы, которые мы с вами сделали по книге чисел. Вот влияние книги числа на Новый Завет. Обширно и глубоко. Вот начнем с этого тезиса. Обоснуем его или еще раз напомним те выводы, которые мы с вами сделали на прошлом занятии. Лекция была настолько обширной, особенно последние три лекции. Столько событий, книги Исход, книги чисел. Столько нужно было рассказать, поэтому просто невозможно в один час все поместить. И наша задача дать только направление размышлений. Вот, и дать литературу, по которой бы вы самостоятельно рассматривали эти темы. Итак, какое же влияние? Еще раз повторимся и вместе еще раз напомним. Прежде всего, в чем же заключается обширное и глубокое влияние книги чисел на Новый Завет? Оно касается принципов. Мы уже сегодня говорили, что в книге Второзакония именно будут отражены эти главные принципы, на которых строится церковная дисциплина и служение. Даже новозаветные церкви. Замечу вам, братья и сестры. Устройство стана, во второй книге чисел рассказывается, с 1 по 3-4 стих, показывает Бог, что требуется порядок в церкви. И никакая не сумятица, ни анархия. В церковь, как в армии, все иерархично. Есть командующий, есть подчиненный. Только истина дороже. Потому что если мы увидим в дальнейшем, священник, левит, пророк будет говорить ложь, то он смерти достоин. Представляете? Казалось бы, нужно соблюдать иерархию. И вот тут дилемма. А если священник, левит или иерарх отклоняется? Мы помним, как Офни и Финиес, будем проходить с вами книги судей, первосвященник или не воспитывал своих детей. Офни и Финиес воровали и неправильно приносили жертву даже, некоторые считают, что даже в нетрезвом состоянии. Но в любом случае они погибли. Даже ковчег их не спас. И Илий, который не занимался воспитанием своих детей, не наказывал их, не увещевал их, тоже был умер. Конечно, своей смертью, но все равно эта смерть была не очень-то приятная. Упасть и умереть сразу. Иерархия среди священников и левитов, какая должна быть, что ее нарушать нельзя, указывает на то, что служители церкви должны не допускать анархии, не превозноситься, но помогать друг другу. Ни один не должен превозноситься над другим, как это в Римо-католической церкви Папа Римский себя объявил главой церкви, наместником Христа на земле. Это неприемлемо, даже книги чисел такое бы не допустили. Книга Левита не полагалась наследственного удела. Зачем? А для того, чтобы служили люди Божьи не мирским интересам, но посвящали себя служению Богу, как это пишет апостол Павел во втором послании к Тимофеям, 2 глава, 4 стих. Учение о том, что евангельские служители в книге чисел, говорится, имеют право на финансовую поддержку. Это об этом пишут протестанты, не замечают этих цитат. Апостола Павла, 1 послание к Коринфянам, 9 глава, Галатам, 6 глава, 1 Тимофея, 5 глава, где апостол Павел говорит о том, что люди должны обеспечивать тех людей, которые стремятся жертвенно послужить этим же людям. И, соответственно, платить десятину, то есть поддерживать, финансово поддерживать концепцию общественной жизни, концепцию жизни с единым Богом. Замечу, братья и сестры, если мы не будем обеспечивать эту концепцию,
христианской жизни и финансово поддерживать, и материально, без разницы как, то, соответственно, мы будем обеспечивать страсти свои. Заметим, как только смещалась какая-то власть, например, монархия в нашей России была уничтожена, и кому мы стали служить? Сатанистам, Ленину, Троцкому, которые уничтожали и устроили геноцид народа. В любом случае, плата за неуплату будет кровавая. Поэтому лучше сейчас обеспечивать концепции обучения, образования детей наших. Это оплачивать церковь здесь не только подразумевается самих священнослужителей. Здесь подразумевается обеспечивать вообще концепцию воспитания, концепцию образования православного. Вот в чем здесь и не только церковь подразумевается, и священнослужители, а даже учителя, катехизаторы, миссионеры, которые несут нагрузку жертвенного служения, выслушивают грехи других людей, несут на себе ношу их, молятся за них, борются с сатаной и страстями, молясь за других людей. Вот об этом учит книга чисел. А Господь сказал: «Я пришел не отменить, но исполнить закон». Значит, и книгу чисел исполнить, и восполнить ее, только принести в нее духовный смысл и в сам народ, и в священный сан, чтобы соответствовал этому устроению, чтобы не было волков в овечьей шкуре. Объединения поместных церквей представляют собой модель различных церковных объединений. Вот 70 старейшин, 11 глава, что оказывается, кроме священноначалия, есть еще институт старейшин, земство. Мы помним, как в царское время при Иоанне Грозном царе было устроено земство, и как Россия поднялась, потому что старосты имели огромное значение. Они были носителями финансового и духовном смысле. Они поддерживали церковь, они поддерживали образование, поддерживали принципы развития, и кроме священника обращались и к старости. Вот. Поэтому важно это знать и почитать книгу чисел. Объединение поместных церквей и различных союзов, целью которых является разнообразная практическая взаимопомощь, то есть на принципах жертвенной любви. Апостол Павел пишет Колоссянам 4 глава, 1 Коринфянам 11, 2 Коринфянам 8. Это уже, братья и сестры, вы самостоятельно прочитайте. У нас времени не так много. Смотрите, произошло восстание Корея. Какой мы можем сделать вывод? Вот в 16 главе книги чисел мы видим, что они живыми взяты были в ад вместе со своими семьями. Казалось бы, так жестко Господь попустил это. А для чего? Для того, чтобы не было изобретения новой иерархии, не от Бога. Ведь первую иерархию изобрел не от Бога сатана, и он был низвержен в ад. Корей, Дафан и Аверон уподобились им и тоже были низвергнуты. Поэтому никакой новой организации, кроме той, которая существует, церкви как организации и церкви как мистического тела, и союза их нельзя изобретать. Никакого раскола не должно быть в церкви. Раскол и ереси – это самое страшное оружие у дьявола изнутри разложить церковь. Соответственно, еще нам последнее, что можно сказать по первому пункту, это ежедневное жертвоприношение, которое стали прообразом постоянные молитвы. Вот в 28 главе говорится о ежедневных жертвоприношениях в скинии. И мы призваны, жертва Богу, дух сокрушен, молиться и приносить жертву в своем сердце. Себя приносить в жертву ежедневно. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, апостол Павел пишет в 17 стихе. Второй пункт. Можно провести параллель, вот именно как влияет книга чисел на Новый Завет, между странствием в Ханаан, странствием христиан. Ведь каждый из нас странник, ведь и народ странник был, и мы христиане странники, и каждый христианин странник. Вообще слово «евер» переводится как «странствующий», «переход», «переходящий», как вот «евер», «пасха», да? Вот «евер», поэтому еврейский народ так называется, он в основном странствовал, путешествовал, потом уже только Авраам странствовал, пока в землю обетованную не пришел, и там тоже перемещался постоянно. В Египте были 215 лет, потом путешествовали 40 лет. То есть народ, вот символ народа, это символ христианина и символ всех христиан. Параллельные места касаются обетования Божьего и спасительного пути Иисуса. Стенание о манне небесной, как прообразе Христа.
которую сам Господь в Евангелии от Иоанна 6 главе, когда насытил 5-4 тысячи, Он говорил, кто не вкушает тела и крови Господней, тот не может войти в обетованную землю, то есть в Царствие Небесное. Да, так и манны небесные, как питались в Ветхом Завете, так и мы призваны питаться телом и кровью Господней. Не веря в знамение Бога, тоже как в книге Чисел 14 глава, так и в Евангелии от Иоанна 5 глава, говорится о том, что фарисеи, саддукеи и законники не верили, говорили все время, покажи нам знамение. Это же яркий прообраз того неверия, которое было Кореем, Дафаном, Авероном и другими тоже в течение 40 лет ропщущим. Также и здесь при жизни Христа были ропотники. Сознательный грех, который не может быть прощен, то есть люди, которые осознанно грешат, вот, и ради власти, ради карьеры и так далее. И за таких, и видите, и молиться даже апостол Павел говорит, не надо. Дальше. По сути дела, в Новом Завете старшее поколение израильтян вымерло в пустыне. Всем, кому было больше 20 лет, когда 12 соглядатаев пришли, 40 лет пространства. Поэтому самому долгожителю, кроме Иисуса и Навина, вот, и Халева, было 60 лет. Самый долгожитель. Все остальные вымерли. Поколение работников рабским состоянием Египта вымерло. Пришло новое поколение, которое было воспитано на законе Божьем. И предупреждает о богоотступничестве, чтобы от Бога отступать нельзя, иначе смерть духовная, а соответственно впоследствии телесная. Третий пункт. Первосвященничество Христа сравнивается с противопоставляется первосвященничеству Аарона. То есть Аарон, первосвященник, он прообразовал Господа Иисуса Христа. У Аарона было 12 камней, у Господа на груди воспитывались 12 апостолов. Послание к евреям очень трудно для понимания, если не учесть его фона. А какой фон послания к евреям, если вы внимательно его читать? То нужно сначала прочитать книгу чисел, и тогда послание к евреям становится нам понятным, потому что в основном апостол Павел обращается к образу жертвы и говорит, что Христос принес себя в жертве. И именно на фоне книги чисел послание к евреям начинает пониматься более глубоко и широко. Четвертый пункт, четвертый. Новый Завет черпает известные образы из книги чисел. Это медный змей, прообраз Христа. Призванные трубы, как мы знаем, это во второе пришествие будет. Светозарное облако в Скинии, жертвоприношение агнцев, как символ освящения, символ благодати, который присутствует в храме. И жертвоприношение агнцев, это пять агничных просфор, да, то есть мы так символично их называем, на самом деле одна агничная просфора используется на фроскомидии. То есть это вот отсюда. Три великих праздника в 28 главе и 29 книге чисел прообразуют три основных события на пути спасения. Это еврейская Пасха, праздник Седмиц и праздник Кущей. Перекликается с христианским праздником Пасхи, Пятидесятницы и вторым пришествием Христа. Таким образом, праздник Кущей символизирует жатву в конце времен. Евангелие от Иоанна также ориентируется на эти праздники. То есть оно более глубоко начинает нами пониматься после прочтения книги чисел. Другие элементы новозаветного учения оказались под непосредственным воздействием книги чисел. Например, день очищения отмечается за несколько дней до праздника Кущей. Подчеркивает необходимость покаяния, подготовки к причастию, да, то есть за три дня мы постимся, за три дня до причастия, стараемся, по крайней мере. Точно так же, прежде чем явился Христос, должно совершиться покаяние. Вот Иоанн Предтеча призывал, если не прикаетесь, то все также погибнете. Господь говорил, Иоанн Предтеча говорил, все секира уже лежит у древа, принесите плоды, достойные покаяния. Ритуальное очищение стана поясняет необходимость блюсти нравственную чистоту в церкви, то есть освящается храм. Благословение, произносившееся Аароном, оказывает влияние на приветствие Павла во всех его посланиях, а также на заключительные слова книги Откровений. То есть то, что Аарон произносил благословение, и апостол Павел повторяет. Он, как получается, как первосвященник взял на себя такую роль. И в книге Откровения тоже слова Аурона встречаются, которые Господь ему говорил
чтобы он произносил при благословении. Послания к евреям, похоже, повторяют структуру книги чисел, странствия, направление к земле обетованной, связь между заветным словом обетования и вером или неверием. Просматривается в нем также строгое соответствие другим доктринам, таким как учение о священстве и богоступничестве. Братья и сестры, я это специально повторил, чтобы вам показать, что книга чисел, она имеет очень важное значение, и без ее прочтения и книга второзакония не будет пониматься. Поэтому мы символично ее повторили. Вот самые главные фрагменты, напомню, они отправляются из земли обетованной, да, и идут с огненным столбом. Исчислено были колена, были расположены особым образом. Это в прошлый раз мы с вами показывали. Скиния – это прообраз новозаветного храма. Манна небесная – это прообраз тела и крови Господней сегодня. 12 соглядатаев – это 12 апостолов, которые вышли на проповедь. Вот и призывали людей к покаянию. 40-летнее странствие – это символ наказания за неверие, за теплохладность нас с вами. Восстание Кореи, Дафана, Аверон напоминают нам, чтобы нам не удаляться в протестантизм, не удаляться в другие ереси и расколы, потому что будет наказание неизменное. Жезл Ауронов – прообраз Матери Божией и вообще вся ветхозаветная скиния. Рыжая телица – прообраз Христа, которая приносилась полностью в жертву всесожжения. Недаром на иконе Андрея Рублева изображен телец, да, или голова телицы или тельца. Вода из скалы Мерева – это прообраз той благодатной живой воды, которую даст Господь через животворящий крест Господень. Вот, медный змей – прообраз распятого Христа. Все это прообразы мы с вами рассмотрим на следующем занятии. У нас он так и будет звучать – прообразы Ветхого Завета о новозаветных событиях и личностях. Избрание Иисуса Христа. Здесь само имя Иисус уже говорит как Спаситель. Моисей вот дает ему благословение, чтобы он возглавил и был руководителем. Земля обетована – это образ нашего сердца, даже немножко похоже на сердце. Вот земля Палестина, ну вот так вот, да, немножко тут только Ассирова колена Нефалимова выступила. А так вот даже сердечко такое получается. То есть мы призваны завоевывать свое сердце, избивать младенца во камень, помыслы, ничего не оставлять из прошлой жизни идолопоклонства. И Израиль располагается в Зайордании. Это все мы с вами прошли в книге «Исход». Сейчас мы приступаем непосредственно уже к самой книге Второзакония. Это пятая книга Библии, Второзаконие, то есть второй закон, как антипасха, то есть это повторение закона, только уже для нового поколения. То поколение, оно постоянно, даже имея закон, постоянно роптало. То им мясо подавай, то воду подавай, то им манна не такая, вот, то им иерархия не такая, то Моисеям не понравился, что взял Сепфору как образ церкви языческой, вернее, Сепфору отпустил и взял другую женщину, как это символ. Ветхозаветная церковь отпускается, а новозаветная церковь, если Христос, Моисей – это образ Христа, то Христос оставляет евреев, как ветхозаветных, с обрезанием, вот, а с двумя скрижалями, двумя сыновьями, а берет новозаветную церковь, языческую, и ее приобщает к себе, то есть это был образ некий. То есть вот пятая книга Второзакония – это повторение, укрепление тех принципов, на которых воспитывалось почти 40 лет молодое поколение. Она является последней книгой Торы, то есть Пятикнижия. Пятая книга – одна из основных частей, так считают многие исследователи, именно по принципиальному, по концептуальному осмыслению всего Ветхого Завета. Название пятой книги Моисея – это повторение законов, так можно, второзаконие или повторение законов, можно бы ее так назвать. По времени написания принадлежит последним дням жизни, то есть это приблизительно, мы с вами сказали, 1407 год. Чувствуя близость кончины, мы помним, что Моисей за свое некое такое неверие, вот, за ропот дважды ударил по скале, хотя Господь об этом не говорил, и, думаю, что это не был один, единожды Господь не допустил Моисея, показал землю, но не допустил, чтобы Моисей ее перешел. Все-таки Моисей – это
образ Ветхого Завета. Должен перейти новый человек, Иисус Навин. Вот Ветхий Завет отходит, и приходит Христос с заповедями блаженствия. Воинственно завоевывает землю обетованную. Повторение Завета и обзор истории. Поколения, которым давались 10 заповедей, вымерли в пустыне. Переступление Израиля необходимо было повторить для нового поколения. Вся книга Второзакония делится условно на 4 части. Они включают в себя 3 речи и последние дни Моисея. Вот первая речь Моисея, то, что прошло и то, что сделал, да, Моисей, 1-4 глава. Вторая часть речи Моисея, это то, что сейчас есть и чего Бог ожидает. Это 5-26 глава. И третья часть Моисея, это то, что будет в будущем. 27-30 глава. Очень легко запомнить, то есть то, что было в прошлом, то, что настоящее, и то, что будет в будущем. Вот, а дополнение к нему, 31-34 глава, дополнение к тому, что было при смерти Моисея. То есть это уже дописали, он писал и дописали после него. Первая часть, речь Моисея. Что сделал Бог? Значит, здесь Моисей рассказывает и вспоминает 40-летнее странствие в пустыне и победу над 5 царями. То есть он увещевает, что смотрите, люди, Господь не дал вам ни слонов, ни верблюдов, ни каких-то доспехов сверх-супер каких-то, да, прости Господи, что так может по-современному говорю. Но смотрите, у вас одежда не тлела, обувь не менялась. И выходили постоянно, не заботились даже о еде, манна постоянно была. И причем интересно, говорят, что манна, она по вкусу была для каждого человека, что он хотел. Человек хотел, например, мясо, манна была похожа по вкусу на мясо, да. То есть, какой-то привкус был, да. Человек хотел там другой какой-то пищи, она была по привкусу. То есть Господь настолько укреплял народ, и духовно, и физически, и в военном плане, и в семейной, общественной жизни, и в церковной, что как на руках носил, так как кокош ухаживал. Среди людей, которых победили 5 царей были, ни одного поражения не было у евреев, несмотря на то, что у них не было, я еще раз скажу, таких каких-то городов, что там, шатры. Ночью напал, сжег шатры и всех перебил. Несмотря на то, что их было много, но это же все можно было сделать. Но Бог постоянно отводил. Архангел Михаил и огнем, и ночью, и днем, и ночью, в виде огня и белого столба, защищал Бога избранный народ. И избирал его, и научал его жить по заповедям. Вот каких царей победили. Смотрите, один из таких вот царей, Ог Вассанский, спал на кровати в 9 локтей. Это по-нашему 4,5 метра. Ну вот представьте, вот она действительно реальная фотография. Это не значит, что здесь царь Ог, вот, но приблизительно по размерам мог быть вот таких вот размеров. Шириной 4 локтя, то есть 2 метра. То есть вот смотрите, от плечи 2 метра. Существование людей-великанов подтверждают современные археологические раскопки. Здесь нет ничего такого противоестественного. Мы с вами говорили, посмотрите лекцию до потопной цивилизации, до вавилонской цивилизации. И Голиаф этому подтверждение, царь Давид сражался с Голиафом, который был до 3 метров ростом. Первая речь Моисея, вот в чем заключалась. Моисей назначил израильтянам начальников и судей. О 12 разведчиках он говорит, о ропоте израильтян. То есть он напоминает, вот смотрите, за что были наказаны предки ваши, за что умерли ваши отцы и матеря, бабушки и дедушки. Потому что они не поверили 12 соглядатаям. И 10 из них так и не дожили, смотрите. Только вот он, Иисус Навин и Халев остался жив. То есть вот приблизительно, так, конечно, Моисей не говорил, но я приблизительно перефразирую, что вот смотрите, вот подтверждение, Бог подтверждение вам, и деяния, вы сами видели, как и кто умирал, как умерли Корей, Дафан и Аверон. Все это вы помните, детьми еще помните, как земля разверзлась. То есть путь израильтян мимо Эдома, Моава, Аммона, то есть какие-то победы были. Победа над Сигоном, царем Ессивонским, наверное, чудная. Победа над Огом, представьте, таких великанов победить. Если на тебя бежит громила под 4 метра ростом, а ты ему по колено, по щиколотку, да, как саранча, вспомню 12 глядотаев,
они так сказали, что мы видели великанов, которые в их глазах мы были как саранча. И вот все, ни одного поражения. То есть как, каким образом Господь помогал? Я думаю, это была поддержка чудная, ангельская. О том, что Господь не позволил Моисею войти в землю обетованную, то есть он сам о себе, Моисей, говорит, смотрите, вот за ваше неверие и я тоже так поступил. Итак, если подвести итог, что же самое главное? Израиль, вы избранный народ. Вот что самое главное, говорит Моисей вот в первой части речи. А избранничество твое состоит в соблюдении данных Господом заповедей. То есть избранничество не просто вы такие хорошие, я вам буду, чтобы вы как бы вы ни грешили, я вас буду заступаться. Нет, я буду за вас заступаться только тогда, когда вы будете исполнять заповеди Божии. Причем очень строгие были. Смотрите, как воспитывали. Если ты против отца и матери сказал какое-то слово, собирался весь род, вырывали ямку, ложили туда человека и камнями забивали насмерть. И оставался такой гроб из камней. Вот какое жесткое было воспитание. И, соответственно, такое воспитание, избранничество состоит в соблюдении данных Господом заповедей. И с одной стороны это жестко, а с другой стороны, разве сейчас ни ювенальная юстиция не приводит к тому, что дети убивают родителей? Разве к тому, что перевернулся мир, и Господь скажет, восстанут дети на родителей и не просто выгонят, а убьют их. Почему? Потому что родители теплохладно смотрят, как принимаются ювенальные законы. Не боятся их и сами не воздействуют и не выступают против. Вот я в частности за то, чтобы мы занимали свою гражданскую позицию, чтобы мы воспитывали по православным традициям, а не по ювенальным традициям, законам. Обрядовых законов с особым предупреждением. Бойтесь впасть в идолопоклонство. Вот самое главное. Итак, вы избранный народ, но ваше избранничество состоит в исполнении заповедей Божьих. И если вы их исполняете, никто вас не победит. Никто вам не страшен. Не бойтесь. Идите и никому, никакому идолу не поклоняйтесь. Идолы вас только соблазнят, развратят и приведут к погибели. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображений какого-либо кумира, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, не прельстился и не поклонился им, и не служил им. Вот, то есть, помните, вторая заповедь. Не поклоняйся тому, что на небе, на земле, под землей, да не поклонишься, не послужишь им. Вот здесь Моисей расшифровывает. Итак, знай ныне, положи на сердце твое, смотрите, не в ум, а в сердце, то есть на уровне ДНК, на уровне генотипа, чтобы это стало не просто знанием, умением, а навыком жизни, как шофер, он не думает, на какую ему педаль в случае препятствия нажать. У него нога просто сама автоматически на тормоз нажимается. Вот у нас должно быть до автоматизма, как пилот, который выходит в небо или в космос, он до автоматизма на Земле отрабатывает любое движение. Любую реакцию. Птица полетела, автоматом должна рука сработать или нога, или что там еще, чтобы улететь от стаи птиц, и чтобы они не сбили, не попасть в стаю птиц, и, соответственно, самолет может рухнуть. То есть до автоматизма должно быть, до навыка в сердце, вот до какого уровня должно быть, с детства уже, хранить честь с молоду. Вот к чему призывает Господь в книге Второзакония через Моисея. Заповеди записаны во Второзаконии, 5 главе. Их можно разделить на две части. По сути, это повторение заповедей книги Исход, 20 глава, где Господь говорит громогласно заповеди. А здесь Моисей их опять повторяет. Но видно, необходимость такая нужна. Вот как он их говорит. «Я Господь, да не будет у тебя других богов. Не делай себе кумира. Не произноси имя напрасно. Наблюдай день субботний». То есть помни день субботный. То есть свое сердце субботный. Это не суббота. Как мы с вами заповеди Божьи рассматривали, основы православия, кто еще не смотрел, пожалуйста, посмотрите по основам православия, как мы толкуем заповеди. Каждую заповедь посвящено определенный у нас раздел. То есть это заповеди послушания к Богу. Второе, то есть не почитай. Второе заповеди, это 6 заповедей по отношению к человеку. Ключевое слово, изучая основы православия, мы выделили, вспоминайте, братья и сестры, какое слово?
не навреди, да, не навреди роду твоему, отцу и матери, не навреди жизни человека, не убивай, не навреди целомудрию человека, его душе, не навреди его имуществу, не навреди словом и не навреди даже мыслью. То есть не желай, не завидуй. Вот суть слова заключается, суть заповеди Божьей заключается в двух словах. Почитай истинного Бога и не вреди ближнему. То есть это заповеди ограничения зла. Вторая речь Моисея. Когда произнесено самое главное в ветхозаветной истории, именно они являются сутью Ветхого Завета. Апостол Павел говорит, если бы не было закона, то мы не осознали бы грех. Закон нужен для того, чтобы мы осознали свои недостоинства. И вот Моисей как раз и подводит итог, что ветхозаветные заповеди – это не просто заповеди рабов, а это заповеди, которые помогают из раба подготовить человека к сыновству, осознанию своих грехов. То есть заповеди Божии не должны привести к фарисейской гордыне, а привести к смирению. Вот самая суть первой речи Моисея. Вторая речь Моисея – увещание и требования. В чем же увещание? «Слушай, Израиль». А вы вспомните, как Господь говорил, «вера от слышания». Почему Адам и Ева согрешили? Потому что шип змея, он создал помеху. Как мы слушаем радиостанцию, и кто-то шутит или играется, и шумы наводит, и начинается там дребезжание, мы ничего не слышим, не можем разобрать. Вот так же и змей. Он внушил и начал шипеть, и этот шип, а правда ли сказал Бог, что нельзя вкушать? Да, то есть вот этот шип, который заглушил совесть Евы, и она начала слушать не звуки положительные с беседы с Богом, а шипение, шумовую помеху, разбираться в ней, вместо того, чтобы ее отвергнуть и сказать, Адам, смотри, шумовая помеха, да, может, я немножко так шучу, но смысл, чтобы вы понимали, утрирую уже для современного человека 21 века. Так вот, эту шумовую помеху мы должны убрать. И Господь говорит через Моисея, слушай, Израиль, то есть прислушивайся не к шуму языческих камланий, шаманских, языческих, то, что на небе, на земле и под землею, а слушай то, что я тебе, что твоя совесть говорит. Ангела слушай. Господь Бог наш, Господь един есть. Объясняйте закон Божий своим сыновьям. Господь велит израильтянам не щадить жителей Ханаана. То есть не щадить греховных помыслов. Вот что. Это не жестокость. Это символ. Потому что жители Ханаана своих детей приносили в жертву. Они, вот так даже может быть уже для взрослых скажу, что матеря уже учили детей быть кровопийцами. Кровь подмешивали в материнское молоко. Представляете? Для чего? Чтобы вырастить настоящих мужчин. Каких? Зверонравных, кровопийц, вардалаков, вампиров. Уже с детства приучали их. И как же их оставить? Они же всех перебьют, уничтожат самих себя. Как в Содоме и Гоморре. Разврат довел до... Даже на ангелов позарились. Поэтому Господь любит свой народ, верен своим обещаниям. Помните о том, как Господь вел вас по пустыне, обетованную землю. Бойтесь возгордиться и забыть Господа. Это слова обращены к нашим сердцам, братья и сестры. Это к нам говорит через Моисея Господь. Бойтесь возгордиться своей православностью. Православием не гордятся. Православие признают достойнейшей религии, а мы ее недостойны. Сказать «я православный» — это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, слишком дерзко. Мы стремимся быть православными. Если я православный, то я завтра должен на Голгофу идти, или сегодня же. Но так как мы еще не готовы, мы говорим, Господи, даруй мне время на покаяние, укрепи меня стать православным. Православный – это сразу ассоциация у нас должна быть с мученичеством. Православие – это не то, что познается только умом, а это то, что проникается в сердце человека. И человек не только верит, а готов исповедовать единокрещение и готов умереть чаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. То есть постоянная динамика нашей веры, возрастание, бойтесь возгордиться. Моисей предупреждает через поколение многих веков к нашим сердцам обращается. Обетованную землю, Царство Божие внутри вас есть. То есть завоевывайте свое обетованное сердце.
Помните, сколько раз вы гневили Господа? Мы тоже, братья и сестры, с вами гневим. Кого-то осудили, кого-то сквернословили, кого-то где-то плохо, где-то страстям поддались, вот, и так далее. И каждый раз мы свое обетованное сердце, сердце Царства Божия, теряем, и оно отходит от нашего сердца. А Царство Божие должно быть внутри постоянно. Хранить его, сделать, как это было заповедано Адаму и Еву. Еве. Далее, увещевание переходит с требованием. Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Но смотрите, братья и сестры, бояться Бога здесь нужно тоже правильно. Ведь бояться Бога здесь подразумевается не рабский страх ради наказания, не наемника страх ради того, что не заплатят, а сыновний страх, обидеть словом, мыслью даже. То есть боязнь здесь подразумевается сыновняя Бога твоего, ходи всеми путями его, то есть заповеди Божии исполняй, люби его, служи Господу твоему от всего сердца. То есть мотивация утром проснулся, и не просто как приспособиться к другим, а как послужить тебе, Господи, как жертвенную любовь проявить, как стать орудием промысла Божия. Вот к чему призывает Моисей, обращаясь к людям и возвещая волю Божию. Заповедуйте, дабы тебе было хорошо. Смотрите, слово «хорошо» Господь произносит, а здесь Моисей с дерзновением произносит это слово, дабы тебе было хорошо. То есть седьмой день становится хорошим днем, весьма хорошим, и он постепенно должен перейти в восьмой день. Когда мы причащаемся, братья и сестры, мы чудесным образом оказываемся в восьмом вечном дне Царствия Божия. И там нам действительно хорошо, в нашем сердце. Законодательная часть о закон о лжепророках. Есть такой красивый волк, на которого одели овечью шкуру. А лучше сказать, сам он на себя ее одел, чтобы еще больше овечек убить. Так вот, если пророк призывает поклоняться иным богам, он должен умереть. Он должен умереть. Любым способом. Или его должны убить, или сам должен умереть от своих болезней. Да, Господь попустит. Господу Богу вашему последуйте, его бойтесь. Опять же, сыновная боязнь. Заповеди соблюдите и гласа его слушайте. То есть послушание, совести слушайте. Сегодня вот как раз у нас было притча о двух должниках. Да, и вот совесть, наш брат, наша совесть. Мы прощаем ему, и нам Господь простит. И к нему прилепляйтесь. То есть приобщайтесь, как Господь говорит. Я есть лоза, а вы ветви. То есть вот оно, приобщение. Далее Моисей в книге Второзакония говорит о постановлении о царе. Сейчас, дорогие братья и сестры, мы, многие из православных, чают монарха. А вот какой должен быть монарх? Какой должен быть вообще правитель? Ведь мы 80% себя называем православными по статистике. Вот в православной церкви, русской православной церкви, которая включает в себя 140 миллионов, 80% это приблизительно 100 миллионов, считают себя православным. А кто возглавляет наше государство? Государственная дума? Президент? А давайте оценим, а насколько они должны или дать им совет, или самим государственным чиновникам, а вы соответствуете тому месту, на котором находитесь? И мы сами себя должны спросить. Мы православные, мы верим в обетованного Господа Иисуса Христа и действительно правильное устроение государства. А давайте посмотрим не то, что мы придумали, а то, что Бог дал. И внимательно постарайтесь прочитать «Священное царство». Да, есть у нас такое или нет? Москва, Третий Рим, понятие. Вот всем, кто занимается этой темой, хотелось бы напомнить, что в книге Второзакония говорится, какой должен быть царь. Бог дал повеление о царе. Он не должен быть иноземцем. Да, давайте вспомним, кто у нас были ли иноземцы. Он не должен умножать свое богатство и жен. То есть один должен быть и жена богатство умножать. То есть не стремиться к богатству, потому что все богатство. Как у мученика царя Николая спросили, вы кто по должности, да? А он сказал, я хозяин. Хозяин. Как это по домострою? Хозяин. Хозяин, а большая семья, она включает в себя много почти. И все мои сыновья, все мои братья.
все мои отцы, священначале, и я хозяин. Как Константин Великий сказал, я епископ внешней церкви, то есть хозяин внешней церкви. Царь должен был переписать закон, читать его, исполнять. Кто из наших правителей собственноручно переписал закон? Давайте спросим у наших предстоятелей, вот посоветуем, по крайней мере. А я знаю таких очень благочестивых, богатых людей, даже очень богатых людей, которые собственноручно несколько раз переписали Библию. Не то, что прочитали, а переписали. И этот, переписанный своей рукой, они завещают своим сыновьям. Вот это я понимаю, настоящий труженик, который работает над своим сердцем, и еще и хозяйственная часть у него все получается. Да? Вот такие правители нам хотелось бы, чтобы были. Поставить над собою царя, которого изберет Господь. Смотрите, еще прежде книги Судей, прежде Самуила, в 1040 году, когда был поставлен царь Саул Самуилом, уже за 400 лет, да, было сказано, кто должен быть царем. Поставит над собою царя, которого изберет Господь. Смотрите, царя избирает не народ, не партия, не идеология какая-нибудь, не другое государство, тем более, а Бог твой из среды братьев твоих поставь над собою царя. Второзаконие, 17 глава, 15 стих. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него. То есть свой закон он возьмет, перепишет и оставит переписанный у себя. И пусть он читает его во все дни жизни своей. То есть постоянно читает, дабы научался бояться Господа, Бога своего, старался исполнить все слова закона сего и постановлений сии, чтобы не надмевалось сердце его. Действительно, ведь царь постоянно в окружении, постоянно его хвалят, говорят, как он хорошо управляет и так далее. Обычно это даже лицемеры любят делать. Так вот, бойся, чтобы не надмевалось сердце твое. Ведь Соломон, насколько был великий, и то его соблазнили. Да, сколько наложниц было, и сколько он допустил идолопоклонства, и поэтому и царство-то разделилось его. Чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево. То есть, чтобы долгие годы жизни его были. Закон о жертве. Закон о жертве. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий в поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои. И измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. Закон возмездия и предупреждение преступления требовал смертной казни умышленного убийцы. Да, то есть вот как. Ты убил, и тебя должны убить. То есть око за око, зуб за зуб. То есть заповеди послушания, строгого возмездия, чтобы люди научились дисциплине и ответственности. Отвечали за свои слова и за свои поступки. В случаях неизвестной убийцы совершалась символическая казнь виновного. То есть не убивали, но символически выбирали кого-то и символически как бы предавали. Но он живой оставался. Обряда омовения рук в знак неповинности в преступлении и очищения от неведомо кем пролитой крови человека. Дорогие братья и сестры, давайте сравним. Вот он изображен, Понтий Пилат. И что он делает? Он умывает руки. А почему он это делает? Да он это сделал, потому что скорее всего, он или читал, или знал книгу чисел 35 главу и второзаконие 21 главу. То есть Понтий Пилат был знаком с некими законами еврейского народа. И он на их языке взял и умыл руки. То есть он показал, что я не виновен. Вот сравните, как римский Понтий прокуратор во время суда над крестом совершил принятое среди иудеев ритуальное омовение рук в знак непричастности к совершаемому убийству Господа Иисуса Христа. И здесь он, видите, повторил эту традицию. Посмотрим, какое были города-убежища. Господь выделил через Моисея 6 городов-убежищ для тех людей, которые неумышленно убили. Ну, допустим, ехал на вале, ребенок выбежал, или женщина, или толкнул беременную женщину, и она упала и как-то вот повредилась. То есть ты не хотел этого. Но случайно это произошло, причем не по твоей вине. То ли вол взбесился, то ли ты назад поехал, или толкнул.
Вот. На фоне, например, изображен один из шести городов. Сейчас он видится в таком виде. Вот его фотография. Это Хеврон. Кириаф Арба, один из городов убежищ, где невинные убийцы могли укрыться. Повеление учить закону детей. Самый главный грех у еврейского народа – это нежелание учиться. Вот заметьте, братья и сестры, у нас многие дети не хотят учиться, которые лентяйничают. А здесь самый главный грех – это нежелание учиться. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставай. То есть обязанность отца и матери постоянно учить ребенка в заповедях Божьих. И народ то же самое. Повеление о месте поклонения. Бог повелевает разрушить в Ханаане все жертвенники, идолы и места поклонения. Господь сказал, что сам выберет себе место поклонения, куда нужно будет приносить жертву и десятину. То есть для того, чтобы, опять же, продолжать традицию, развивать Слово Божие, передавать из поколения в поколение. Чтение закона. Слово закона нужно было читать народу каждые 7 лет на праздник кущей. То есть, когда народ собирался, закон читался в течение долгого времени, целую неделю. Вот. И праздник кущей. Народ должен был весь выслушать этот закон, обсудить его, да, друг с другом. Постановление о военной службе. Кто освобождался в походах на войну? Построивший дом и не успевший пожить в нем, первой категории людей, освобождались. Дальше. Насадивший виноградник и не собравший от него плодов. Смотрите, виноградник символично, да? Вино, виноградник. Вот Господь называет себя вот лозою, а мы ветвями. Здесь можно тоже символично подумать. Очень интересно. Боязливый, робкий сердцем. Чтобы он не предал, чтобы не нанес ни себе вреда, ни людям. Лучше останься дома. Пусть лучше верные пойдут. Господь и малым количеством может одержать победу. Не обязательно большое количество войска. От военной службы освобождался также человек в первый год семейной жизни. Но это в буквальном смысле нужно было продолжить род. И, соответственно, первый год жизни муж должен оставаться с супругой. Если, несмотря на даже жестокие войны, где нужно было, мужчин оставляли в доме. Третья речь Моисея. Наконец, то, что будет в будущем. Что же будет в будущем? Бог предложил Израилю выбрать два пути. Путь жизни, путь смерти. Путь жизни – это путь благословения, а путь смерти – это путь проклятия. А лучше сказать – самопроклятие. Ибо Бог никого не проклинает. Сам человек проклинает. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. В общем-то, для каждого человека происходит некий выбор. Или в детстве, или в юношестве, в отрочестве, или уже в зрелом возрасте. Но часто выбор делаем мы неправильно. А особенно пагубно, братья и сестры, страшно слышать от родителей, когда они говорят, вот он вырастет и выберет себе веру. Это одно и то же, что вот он вырастет и выберет, на каком суку ему повеситься. Понимаете? То есть надо не давать возможность выбирать, а сразу дать ему благословленную жизнь. Ведь даже в фильме «Матрица», я его не смотрел, но там фрагмент мне показали и сказали, вот он, что правильно, какой выбор сделать. Там сидит один мужчина черный, и на руке у него две пилюли. Одна красная, одна синяя, и он предлагает еще другому мужчине или там парню вот, выбрать, вот выбери вот, одну или вторую. Какую нужно выбрать, синюю или красную? А нужно, братья и сестры, эти пилюли просто вообще не выбирать. Не надо было выбирать. Не надо было подходить к этому древу познания доброго и лукавого до поры до времени, пока не возросли. То есть выбор будет только тогда, когда ребенок окрепнет, когда новоначальный христианин утвердится в заповедях блаженств, в символе веры. Вот тогда можно уже и давать ему возможность выбирать. Когда вы все, что возможно, дорогие родители, вложили в ребенка в православном учении, и тогда только
уже отпускаете его с 11 класса или там с 10, и он-то уже начинает самостоятельную жизнь, он уже начинает выбирать. А если у него нет стержня, какой выбор у него? Да у него никакого выбора не будет. Он всегда, как сорняк, выбирает. Он не выбирает, где ему расти. Он куда попал, туда и вырос. И засоряет все сердце человека, сорняк, терний, дорогу. Не делайте, братья и сестры, сердца детей каменистыми, тернистыми и дорожными, чтобы по ним бесы летали. Делайте сердце ребенка плодородным в православной вере. Это и есть путь благословения, а не путь проклятия, на которое мы оставляем. Это одно и то же, что заплыть на реку на середину или там озеро и бросить ребенка в воду и сказать: вот теперь выбирай, живи или не живи. Вы его научите плавать хотя бы чуть-чуть, а потом уже поддерживайте его. Благословение исполнителям и нарушителям, да? И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Почему известь? Известь, она защищает от плесени, чтобы никакая плесень, то есть вот это застой в духовной жизни не был в нашей. Камни, камни веры. Апостол Павел назван, апостол Петр, именно Симон назван Петром, камнем. И на сём камне я сосижду церковь. Вот чтобы церковь, камень не плесневел в ересях, расколах и так далее. Чтобы он был обмазан известью, то есть защищен от внешних языческих, философских, ложных стереотипов в жизни. И устрой там жертвенник Господу, и жертвенник из камней, не поднимая на них железа. То есть не изменяя их, не изменяя догматы, не изменяя нравственную жизнь, а и складывая из них, потому что Бог создал их, эти нерукотворные камни. Повеление устроить по переходе через Дан каменный памятник, начертание на нем закона. Это церемониал произнесения проклятий на ослушников. Там произнесен. Вот современная здесь вот гора, такая одна, благословение, на которой находится храм. Далее мы с вами смотрим. Благословение Бог требует послушания от своего народа. Он обещает благословение. Какое благословение? Сейчас немножко тут остановлю. Значит, благословение будет выражаться в следующем: обильном урожае, множестве скота, многочисленное здоровое потомство, безопасность от врагов, первенство среди народов. Вот краткое благословение, если человек будет исполнять и народ исполнять веру в истинного Бога и заповеди Божии. Проклятие. Если вы не будете поклоняться истинному Богу и уклоняться в безнравственную жизнь, то есть идолопоклонство, у вас будет не урожай, неплодоносящий скот, болезни, бесплодие, засуха, жара, природные бедствия. А разве сейчас, братья и сестры, у нас не наблюдается, когда у нас содомия в западном мире развивается, и на нашей Руси святой содомии миллионы абортов каждый год совершаются? Чуть ли не до 8 миллионов неофициально, а официально до полутора или миллиона совершается. Поражение от врагов, посмешище у всех народов, разорение племен, рассеяние и страх. Вот что случилось с еврейским народом, который отказался от почитания Христа. Вот. И, соответственно, и будет, и случилось то же самое и с нами, с русским народом, который подпал под влияние коммунизма, фашизма, социализма. Мы прошли эту школу. Хватит, нахлебались горя. Вот, говорит старое поколение. А некоторые даже не понимают, что произошло. И продолжают голосовать за всякие идеологии, которые отрицают полностью Бога. Ужас просто. Куда мы идем, если мы будем жить без Бога? Ну просто уничтожимся, самоуничтожимся. Поэтому благословение только на тех, кто будет исполнять закон Божий, кто будет веровать в Господа Иисуса Христа. В этом и есть святость нашей Руси. Продолжателем священной истории мы являемся, не гордясь, а служа всем народам и всем нациям, не возвышая себя, а возвышая нашу веру. Мы, может, самые худшие в нравственной жизни по сравнению с другими народами, но мы носители самой достойнейшей веры. Вот этим мы
не гордимся, а признаем свое достоинство. Это и есть наше благословение. Русь святая, храни веру православную. И вот именно здесь это символично. Моисей, как я сейчас говорю, он также повторял народу, пробуждал его и предупреждал. Проклят, кто сделает изваянный литой кумир. Мерзость пред Господом, произведение рук художника, поставят его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят всякий человек, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет «Аминь». Не проклинаю, а проклят. То есть происходит самопроклятие. Здесь как бы не сам народ проклинает, а сам человек, который не будет исполнять, на себя произносит проклятие. Поставить тебя Господь народом святым, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путям Его. Второзаконие, 28 глава. Милость Божия Господь изольет на кого? На тех, кто будет послушен. И проклятие не спадет на того, кто будет непослушен. И обратившись к Господу Богу твоему, послушаешь гласа Его, тогда Господь Бог твой опять соберет тебя после покаяния от всех народов и приведет землю, которой владели отцы твои, облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих. Второзаконие 30 глава – это пророчество о Вавилонском плене и возвращении из него. Это 605-538 год. Благословение исполнителям и проклятие нарушителям. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилями в завете Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними в Хариве. Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой. Моисей все это повторяет, и вот здесь мы видим на фото горы Горизим, благословение, Гевал, проклятие. Вот эти две горы, которые и стали символом вот этих двух заветов, благословение, проклятие, пути жизни и пути смерти. Первая церемония установлена на горе Гевал, алтаря и камнем, записанным на них всеми словами закона. Камни с письменами должны были постоянно напоминать народу об этих словах. То есть, вот это на фото алтарь на горе Гевал. Археологические раскопки, вот эта гора, видите, как сохранилась. Вот можете поехать посмотреть на горе, на гору Гевал. Вторая церемония произнесена была на горе Горизим, да, левиты возгласят и скажут всему израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир!» Весь народ возгласит и скажет «Аминь!» «Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» И весь народ скажет «Аминь!» Вот реконструкция жертвенника на горе Гевал. Вот оно, видите, вот здесь вот, здесь как город получается, а вот здесь вот жертвенник, вот именно здесь вот реконструкция вот этого жертвенника. Уже Гевал и Горизим, две горы, проклятие и благословение. Последнее указание. «И сказал им, теперь мне 120 лет». Ну, смотрите, 80 лет он вышел из горы Хариф, когда неопалимая купина, прообраз Матери Божией. Дальше 40 лет он, то есть там он пробыл 40 лет после изгнания из Египта. Потом 40 лет он путешествовал, то есть 80 плюс 40, как раз и получается 120 лет. «Ты не перейдешь Иордан сей». И последнее действие – это внушение мужества народу перед занятием им земли Хананеи, распоряжение священникам о хранении и чтении народу записанного им закона, принятие с Иисусом Навиным божественного откровения относительно будущих судеб Израилева и составление обличительно-назидательной песни. То есть Моисей, он призывает к мужеству. Что такое мужество? Мы с вами рассказывали по заповедям блаженства. Посмотрите по основам православия. 6-я, 9-я заповедь блаженства у нас тема была. Мужество, мы с вами говорили, это не боязнь смерти. Это стремление сораспяться со Христом, быть посредником между Богом и человеком, между людьми. Блажение миротворцы, коти сыновей Божии нарекутся. Быть изгнанным за правду и быть мучеником за Христа. Блажение и стегда поносятся к зол глаголу наложущим не ради. Радуйтесь и веселитесь, и помзда ваша много на небесах. Так вот, это мужество как раз уже
и было присуще Моисею, Иисусу Навину, и с этим только мужеством они и смогли в течение 21 года завоевать землю обетованную. Моисей последние дни жизни отдает, распределяет уделы и написал песню, и научил Израиля петь это песнопение. Ну, как мы знаем, в народе поются песнопения, и часто эти традиции передаются детям. И говорил Господь Моисей в тот же самый день: «Взойди на гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской, против Иерихона. Посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилем, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему». То есть ни Аарон за то, что истукана создал, ни Моисей в землю обетованную не вошли, как представители Ветхого Завета. Вошел Иисус Навин, как прообраз Христа. Книга закона была положена, вот приблизительно такого вида был ковчег, крышка открывалась, и сюда положили книгу закона. Почему Моисеям нет могилы? Чтобы не было идолопоклонства. Именно вот такой вид с горы Нева, 817 метров, и видно земля обетованная. Чтобы не было идолопоклонства, место погребения было сокрыто. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и Нефалимову, Ефремову, Манасину, Иудину, даже до самого Западного моря. И погребен на долине в земле Моавитской против Беффегора, и никто не знает места погреба даже до сего дня. Чтобы не было идолопоклонства, еще раз скажу, место погребения было сокрыто, и до сих пор его не найдут. Заключение земли обетованной. Израилю предстояло вступить в землю семи народов: хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезиев, евеев и евусеев, где течет молоко и мед. Что это значит? Это значит, как символ Царства Небесного, как мы знаем и в Новом Завете. Царство Небесное там, где течет молоко и мед, да? По одной версии это означает следующее. Мед – это сладкий сок, который выделяло спелой смоквы. Молоко капало с вымени коз, возвращающихся с пастбища. Главный смысл фразы – Бог обещал вести свой народ в край изобилия. Время подходит у нас к завершению, поэтому кратенько. Господь произносит благословение коленам Израилевым. Видите, у каждого колена более крупным шрифтом изображено свои добродетели. Это символ добродетелей, да? Символ того, чем заниматься будет каждое колено и какую добродетель оно должно в себе совмещать. Далее, после смерти Моисея, народ, возглавляемый Иисусом Навином, вступает в землю обетованную, которую обещал Господь Аврааму, Исааку и Иакову. Книга Второзакония содержит пророчество о Христе. «Я воздвигну им из пророка среды братьев, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Второзаконие 18:18. Легко запомнить. Говорится о Господе Иисусе Христе. Книги Второзакония содержат тексты: «Не искушайте Господа Бога вашего». Помните, в пустыне три искушения у Господа после 40-дневного поста. «Не одним хлебом живет будет человек». Второзаконие 8:3. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Второзаконие 10:20. Вот этими тезисами 6 главы, 8 главы и 10 Господь отверг искушение дьявола в пустыне. Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Три искушения, которым Господь позволил себя искусить дьяволу и победил его. Вопросы предлагаю вам рассмотреть самостоятельно. Подведем выводы. Итак, какие же выводы можно сделать из книги Второзакония? Во-первых, Священное Писание Ветхого Завета написано на символическом, покаянном, антропологическом, христоцентрическом и экклезиологическом языке. Говорит о устроении жизни богоизбранного народа, устроении богослужения, священства, повторения, да, как прообраз первосвященнического служения Господа Иисуса Христа и самой Матери Божией. С получением Синайского законодательства, постройки скинии, совершение богослужения, носители принципов жертвенной любви становится не только патриарх, как это было патриархально, вождь, или как Ной, например, патриарх,
но и целый народ. И он, народ, становится проповедником естественной концепции жизни и прославления Бога. Изучение устроения жизни израильтян по книге Второзакония через прообразы помогает понимать христианину, пробуждает, укрепляет христианина жить по концепции благочестивого устроения малой церкви, своей семьи, общества, по принципам жертвенной любви, как указано в книге Левит и в книге Второзакония и чисел. Скиния, священство, богослужение являются прообразом новозаветных событий, проповеди, искупительной жертвы, распятия, воскресения, прославления Христа, а также символом духовного роста каждого христианина по лестнице заповедей Божьих и блаженств. Пятое. Весь еврейский народ на пути от Синая к земле обетованной становится орудием промысла Божия, народом-богоносцем, Израилем, прообразом христиан, всех наций и народов, Израилем. Мы сейчас являемся народы всех наций, всех сословий, Израилем, богоизбранным народом, носителем правильного откровения, которое говорил Моисей, а не извращенного, которое делают каббалисты, талмудисты и им подобные. Противостоящая каинитской, хамитской, египетской, языческо-оккультной цивилизации, паразитирование и порабощение, добавлю еще принципам нового мирового правительства, которое сейчас надмевается подготовить почву для антихриста. И православные христиане, они призваны противостоять, насколько это возможно, в своем сердце, замечу. Потому что борьба начинается с своего сердца. Развитие символического мышления. На примере израильского народа христиане научаются прилагать все козни темного духа в пользу духовно-нравственного возрастания и жизни по концепции, принципам жертвенного служения Богу и ближним. Итак, братья и сестры, поздравляю вас с завершением книги Торы, книги законоположительных, и мы уже в скорости приступим к историческим книгам. Следующее занятие будет посвящено уже нам, подведем итог, прообразы. То есть самое главное, что нам нужно взять из Ветхого Завета, начиная от творения мира и заканчивая книгой Судей. Да? То есть все, что необходимо, прообразовательно мы постараемся сделать квинтэссенцию из всего всех тех 13 лекций, которые мы с вами прочитали по ветхозаветной истории, начиная от творения грехопадения, заканчивая 14 веком до Рождества Христова. В конце, как всегда, предлагаю, дорогие братья и сестры, пожертвовать средства, аще у кого есть возможность. Это не обязательно, вот, но если есть возможность, то для поддержания курсов наших, воскресной школы, организаторов, которые все это систематизируют, рекламируют и развивают нашу концепцию, не нашу, конечно, а христианскую концепцию, чтобы ее поддержать, эту концепцию, необходимо поддержать и те семьи, тех людей, сотрудников, которые трудятся на поприще благовестия. Божьей помощи, братья и сестры. Так что вот, до встречи по теме прообразы Ветхого Завета в новозаветной истории. С Богом! Thank you.